Это панель. Она имеет вес. Когда она лежит на крыше, то вот эта часть ложится на крышу. Когда она стоит на стене, она болтается, как черти чего. Потому что вес ей не помогает. Она выгибается пузырем. Поэтому сегодня, перед монтажом, мы со всеми панелями будем делать настенными. Вот такое движение. Сейчас я покажу на столе. Пойдемте. Легонький загибчик. Ну вот, надо, важно, чтобы ребра не было вот радиусом. Получилось, нет? Да. Вот. Он легонький есть. Да. Пойдем теперь прислоним туда же. Так же. И посмотрим, был ли в этом хоть какой-нибудь смысл. Туда же. Те же люди. Чувствуете? А? Хорошо. Она прижата, середка. Да.